Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу мы разбираем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Да, конечно, ситуация сейчас довольно непростая с той стороны, что мы с вами вроде как получаем среднесрочный восходящий тренд, однако же у нас реально куча, и мы в рамках этого тренда находимся, но есть куча предпосылок на дальнейшее среднесрочное падение, причем довольно мощное. Все будем с вами разбирать на графике. С вами Жук и Виталий. Мы с вами начинаем. В этом выпуске мы с вами разберем ситуацию по Bitcoin, Ripple и Dogecoin. Напоминаю, лайк, подписка и комментарий — повод поучаствовать в розыгрыше на $150 раз 500 подписчиков на моем канале. И также в описании есть всегда ссылочка на мой бесплатный телеграм-канал, где я делюсь своими соображениями по рынку абсолютно бесплатно. Собственно говоря, добро пожаловать на график. Я думаю, даже нету тут каких-то прелюдий смысла делать, потому что здесь реально все видно на графике. Начинаем. Итак, друзья, биткоин у нас с вами открыт на недельках. Это довольно важный момент, потому что в рамках среднесрочного тренда мы наблюдаем восходящий тренд с довольно четкими фракталами. Все очень выглядит красиво, классно, но есть один нюанс. Это, конечно, уровень $30,000, сопротивление, которое никак мы, поджимая его, не можем пройти. По-хорошему, если у нас активизируется лонгист, конечно, мы должны заходить за тридцатку, а здесь ловить еще больше панических покупок и просто пробивать все вот эти хаи, как нефиг делать. Но вместо этого мы с вами получаем продажи. Да, мы можем рассмотреть здесь как более крупный канал, что мы тут, ну, грубо говоря, набираем силу, ликвидность для пробоя, но извините меня, пожалуйста, $30,000 – это не тот уровень, для которого нужно тут набирать какую-то невероятную инерцию, чтобы пробить его и полететь выше. Явно подключен алготрейдинг, явно какая-то тут даже, можно сказать, отчасти фаза распределения. Продажи здесь определенно есть. Что здесь стоит ожидать в рамках ситуации локальной? В рамках ситуации локальной это восходящее движение в очередной раз на ретест 30-ки с довольно большой вероятностью. Далее я не вижу здесь объема, плюс индикаторы не показывают здесь какого-то сверхсильного объема. Это коррекционное движение. Сразу скажу на опережение. Коррекционное движение, и дальше надо будет смотреть, как мы отрабатываем относительно вот этих вот уровней поддержек. Но сказать, что сейчас тридцатка пробивается и пробивается и технически, и как-то в новостном плане довольно легко, я бы не сказал. Пока что у нас нету какого-то сильного объема покупателя. Сразу хочу обозначить, в рамках покупок в текущей ситуации, конечно, нет, только от пробоя. В идеале, конечно, даже не тридцатки, а перехая вот это уровень $31,000. А пока что мы с вами наблюдаем ситуацию, в которой нас вполне могут закинуть обратно к диапазону 25, даже до $23,000. И, собственно говоря, здесь стоит очень аккуратно к этому относиться. По поводу того, что я вот говорю аккуратно относиться, все дела, это не повод прямо сейчас выходить. Повод выходить – это когда мы с вами ломаем вот эту всю формацию. И да, конечно, это уже потенциально более глубокое коррекционное движение у нас ожидается. Я все время напоминаю, хочу, чтобы вы не забывали вот это движение, накопление, восходящий формат движения, и какие мы дальше наблюдали коррекции. Да, здесь есть четкое преломление тренда, будем от этого работать, то есть вероятнее всего будем наблюдать преломление тренда, ретест, подтверждение на ретест, и здесь абсолютно точно, вот подтверждение на ретест, выход, и вот когда вот это вот движение получается, здесь, конечно, продавать надо всегда, вот, и здесь отработка пошла абсолютно как по учебнику, и это, скажу вам честно, честно, на опыте, что это очень частая отработка движения, поэтому потенциал этого движения еще у нас существует, но смотрим на него довольно аккуратно, ну, и, в принципе, как на весь криптовалютный рынок, я думаю, это для него нормально. Что касается ситуации по Ripple, скажу сразу, очень нетипичный движение, очень. По-хорошему, вот здесь, вот, конечно, при таком нисходящем движении либо должны получать продолжение нисходящего движения, либо быстрый откуп с возвратом в канал. В канал не вернулись. Если вы помните, в предыдущем выпуске я обозначал, что вероятнее всего вернемся в этот канал. Ни хрена. Если ни хрена, то значит что? То значит вероятности рассматриваем куда? В нисходящем формате наиболее высокие. Я опять же скажу, нетипичное движение для Ripple, потому что, как правило, Ripple у нас падает одним движением, на коррекцию уходит. Видимо, что-то
какие-то новые реалии, к которым мы должны привыкать в рамках движения Ripple, накинем сюда техническую составляющую. Техническая составляющая показывает, что каких-то невероятных откупов нет, и потенциально мы с вами формируем даунтренд. Будем посмотреть, если проходится вся эта история, то Ripple можно вот проходить эти уровни, там типа 41, даже вот давайте с запасом, ну да, 41, если мы проходим, то Ripple можно с спокойной душой продавать и ждать его где-то в диапазоне 34-36 центов, потому что это формирование нисходящего движения, и, конечно, от него будут люди торговать. Но, скажу честно, нетипично, конечно, обычно на таких коррекциях либо мы сразу продолжаем нисходящее движение до начала движения, либо мы быстренько откупаемся и продолжаем волатильность в рамках этого канала с ретестом хая. Это, вот, как говорится, движение с 90% вероятностью. Тут что-то более новое, причем с формированием канала, что тоже очень сильно интересно. Но, извините, формирование канала, оно никоим образом не говорит, что мы сейчас будем с вами возвращаться вот в эти уровни. Что касается ситуации локальной, да, здесь восходящее движение, возможно, там где диапазона где-то даже 50 можем округлить центов, то есть ретест этого канала. Но что мы сразу уйдем на пробой, пока что я рассматриваю вероятность как более низкую. Совсем быстренько хотел бы сказать про Dogecoin. Довольно классный момент то, что, во-первых, уровень поддержки просто железобетонный. Мне это нравится, Доги безумно, учитывая, что многие любят так говорить, и отчасти, конечно, такая есть тема, что это шиткоин. Ребята, шиткоин, который охерительно держит поддержку. Откупы на коррекциях на огромные объемы. Я не исключаю, что это потенциально, понятное дело, что здесь боковик, и дальше выход в восходящем формате, возможно, даже с перехаем. Учитывайте это, потому что если мы с вами смотрим какие-нибудь дневки, у нас с вами есть такие примеры, когда мы удержим уровень поддержки, а потом возьмите. Да, здесь можно пририсовать, конечно, новость, но все равно для Доги это круто. И такое удержание канала кайфушное. Мне, конечно, очень интересно, что будет, когда мы с вами будем проходить вот эти уровни, вот эти уровни. Я думаю, здесь паника на покупке будет бешеная. Доги держу. Насколько бы он сейчас не корректировался, продавать его абсолютно точно не буду. Потенциал глобальный, вижу активы. И думаю, что в этом глобальном цикле, когда будет у нас, соответственно, глобальное восходящее движение, думаю, на Доги можно будет очень хорошо заработать. Поэтому да, конечно, завесон такой на рынке – это херово. Ну вот реально хреновая история, потому что мы должны с вами проходить 30... Вот что значит движение по учебнику в текущей ситуации в рамках тренда? Проходим 30-ку, закрепляемся, 33, и дальше начинаем вот так вот нашпиливать людей, которые ждут 37, куда-нибудь идем в 36, не доходим, и дальше уходим на коррекцию на 28. Это типа плюс-минус идеальный вариант развития событий в текущей ситуации. Однако же нет, 30-ка серьезный, тяжелый уровень, и, честно говоря, это первый звоночек... Ну, это уже не первый звоночек, но все-таки это довольно серьезный звоночек, потому что, а почему не 23, а почему не 20, а почему даже не 18 тысяч долларов должен стоить биткоин на этой коррекции? Вроде как идет приготовление, а это, извините, уже серьезный процент коррекции. Я вам показывал, что было в прошлом цикле, когда биткоин у нас корректировался с 20-ки, потом отрастал до 70-ти. Такие коррекции были, и мы плюс-минус находимся в этой ситуации, как и в те года. Поэтому это учитывайте. Лайк, подписка, комментарий – это повод поучаствовать в розыгрыше. Ну и в описании есть мой бесплатный телеграм-канал. И также, разумеется, в описании есть наши соленые магазины нашего производства, деревообрабатывающего. Соответственно, тоже ссылочки там найдем. Найдете. Всем-всем самого наилучшего. До следующего выпуска, друзья. Работаем.